Итак, Валерина фигнюшка какая-то, его что-то такое вот потравило. Потравило, покусало, блин. Покусало. И сейчас теперь он будет... меня травят еще каким-то дерьмом. Да, пей. Не, пей, пол стакана хотя бы, давай. Пей до дна, здоровым будешь, пей до дна. Молодец. He likes it. He wants to more. А сейчас это я тебе скажу, что это такое было. Глотнул? Мина сали, да? Не мина сали. Бык на сале. Че, бычье молоко? Оригинально. Не, кокосовое молоко, нормально. Да? Оно как раз денифицирует и все делает. Обмазали мы его сначала кокосовым маслом, а потом дали ему похлебать кокосом. Блин, ну вот, смотри, блин, реально. Но оно спало, оно было фиолетовым. Ну вот. Оно стало фиолетовым, я пошел песком протер, оно бледнее стало. Снял уже мертвый.